Здравствуйте, уважаемые подписчики, местами даже очень дорогие. Большое вам спасибо, что уделяете ваше внимание моему небольшому и неактивному каналу. Я вот для чего записываю это видео. Буквально несколько минут. Я сейчас дала объявление на канале. Я приношу свои извинения тем, кто ждет контент политический или околонаучный, или просто интересный. Посмотрите внимательно, вот это все срезана монетизация. Это видео, которое я залила за выходные. Даже художественная литература. Павел Гушинец. Более аполитичного человека найти невозможно. Идут детские рассказы. Просто интересные из сборника рассказов. С юмористическим уклоном. Оно все. Вы видите? Я написала 80%. Я 85%. Я ошиблась. Я вот это отправила в эфир. И вот тут же срезали монетизацию. Моментально. Но закрывать я его уже не буду. У меня уже просто... Я не понимаю принцип блокировки. Можно понять, если Трампа... Трампа зацепили в какой-то статье. Можно там где-то Донбасс. Они там у них, я не знаю. Но елки-палки, художественная литература. Только потому, что она на русском языке. Я вчера прошла по этим видео немного назад и проверила. У Павла Гушинца книга «Война девочки Саши». Помните, я зачитывала? Все видео... На все видео закрыта монетизация задним числом. Я на все отправила обжалование. Я не понимаю подход Ютуба. Потому что я на русском языке? Объяснить кто-нибудь мне может? Я вопрос послала. Технические вопросы они отвечают сразу. Я уже 3 вопроса послала модераторам Ютуба, чтобы объяснили мне, по какому принципу блокируются мои видео в таком количестве. Даже Ищенко. Но Ищенко я обещала, что, как и в самом начале, канал-то начинался ради того, чтобы распространять именно те статьи, которые важны для понимания того, что происходит на самом деле вокруг. Это уже потом добавились и другие авторы, и теперь уже и авторы сами приходят и предлагают свой материал для прочтения. Но я вот вам просто даю снимок, вернее, чтобы вы увидели. Вот это аналитика, как это правильно называется, да, статистика того, что заблокировано. Чтобы вы не подумали, что я там Филькину грамоту написала. Тут даже не 85%, 90% блокируется. Это вот за сегодня я записала 6 статей, из них 5 сняли монетизацию. Понимаете, я все могу понять, но бесплатно вкалывать в таких масштабах тоже, знаете, кушать хочется всем. Поэтому, вот видите, запрошена повторная проверка. Я на все послала обжалование. И вот эти вот замочки висят, это пока вы их не можете видеть. А вот это я уже не стала. Вот это, так как только я их открыла, тут же монетизацию срезали. Стояли, ждали, как сказать, вот эта статья о Турции, про курдов. Она вчера стояла 10 часов. Все было нормально. Как только я открыла доступ и отправила на YouTube, сразу монетизацию срезали. Я не понимаю, что и как подход такой. Каждые выходные происходит вот такая вот свистопляска. Хоть вообще выходные себе устраивай. Но бывают такие важные, интересные материалы, что их нужно записать. В общем, вот. Видите, чего происходит. И... В общем, спасибо вам за понимание и за ваше терпение, если не отпишетесь. И будете дожидаться
разблокировки и когда я все это отправлю. Когда это все проверится в ручном режиме, я не знаю. На радость, так скажем, доброжелателям в кавычках, вот столько материала сейчас лежит неопубликованного, важного, нужного. Ну и там далее. Как-то так. Все. Всем спасибо.